Лучшие цитаты Омара Хайяма. Сердца подобны свечам, которые в прекрасных глазах зажигают пламя любви, которое никогда не умирает. А красота – это пламя, в котором сердца, как мотыльки, приносят себя в жертву. Движущийся палец пишет, и написав, движется дальше. Волос разделяет ложное и истинное. Рай – это видение исполненного желания, а ад – тень души в огне. Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит, и тогда счастье само найдет тебя. Я не могу раскрыть тайну ни святому, ни грешнику. Я не могу подробно изложить то, что я сказал кратко. Я достигаю измененного состояния, которое я не могу объяснить. У меня есть секрет, которым я не могу поделиться. И десятки тех, кто захотел твое тело, не стоит и мизинца того, кто полюбил твою душу. Вы видели мир, и все, что вы видели, ничто, и все, что вы говорили и слышали, ничто. Вы пробежали повсюду между этим местом и горизонтом, это ничто. И все имущество, которым ты дорожил дома, ничто. Ценность трех вещей справедливо оценивается всеми классами людей: молодостью стариками, здоровьем больными и богатством нуждающимися. Наша самая большая сила заключается в доброте и нежности нашего сердца. В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Если у тебя появляется шанс, бери его. Если этот шанс меняет всю твою жизнь, позволь этому случиться. Брат, не требуй богатств, их не хватит на всех. Я пришел как вода, и как ветер, я иду. Не искавшему путь, вряд ли пути укажут, постучись, и откроются двери к судьбе. Когда уходите на 5 минут, не забывайте оставлять тепло в ладонях. В ладонях тех, которые вас ждут, в ладонях тех, которые вас помнят.
Справедливость – это душа Вселенной.